есть мы уже сближаем позиции. А вы говорите, нельзя убедиться. Опять включили, да? Конечно, да. Путин, 1999 год. Три слова, которыми вы его опишете. Светлый взгляд, модный, классный пиджак. Президент, дядя по телевизору, лысый. КГБ, возврат старого, и в будущем все очень, не очень хорошо. Молодой, подающий надежды силовик. В 99-м году это минер, который разминировал, пытался разминировать свой путь. А в 2018-м это минер, который минирует дорогу. А сегодня в трех словах? Ботекс, паркетный и усталость. Подмена. Наверное, цензура. И война. Если Путин победит, то свобода средств массовой информации будет обеспечена, безусловно. Будем надеяться. Присытившийся жизнью патриарх. Не думали, что будет такое, до сих пор не верим. По окончании первого путинского срока демократы больше никогда не входили в парламент России и ушли в оппозицию. Это, безусловно, не случайная дата, это день Конституции, в которую я верю, которую я хотел бы восстановить ее права и действия на территории Российской Федерации, но... Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело.